До минус 29, так холодно будет по ночам уже на этих выходных. Днем столбик термометра поднимется незначительно, всего до минус 23. Немного теплее будет днем в понедельник, зато морозно по ночам от минус 19 до минус 26. Такой температурный режим продержится половину будущей недели. А в четверг в Хакасию придет циклон, который принесет снегопады и потепление. Днем от минус 5 до минус 10, чуть холоднее по ночам. Впрочем, тепло продержится всего пару дней, а потом температура снова начнет падать.